Здравствуйте, в эфире программа «Сауболшак онлайн». Мы продолжаем показывать вам, как в домашних условиях привести себя в форму без дополнительного спортивного инвентаря. В этом сезоне мы подобрали упражнения таким образом, чтобы в тренировке участвовали и ваши дети. Физические упражнения могут заменить множество лекарств, но ни одно лекарство не может заменить физические упражнения. Начнем нашу тренировку. Жим руками поочередно. Возьмите бутылку прямым хватом и лягте на спину. Ступни должны быть плотно прижаты к полу. Полностью выпрямите свободную руку, положите ладонь на пол. Отведите руку с бутылкой в сторону, не отрывая трицепс от пола и удерживая бутылку над грудной клеткой. Выдохните и напрягите мышцы кора, выжимая гантели вверх. Сделайте вверху паузу и на вдохе верните в исходное положение. На каждую руку нужно сделать не менее 20 повторений. 4 подхода. Перейдем к следующему упражнению. Жим в узкую постановку рук. Возьмите бутылки нейтральным хватом, чтобы создать максимальную нагрузку на трицепс и центр груди. В этом упражнении бутылки прижаты друг к другу. Лежа спиной на полу, поднимите руки над грудью. Разместите ноги на полу ступнями шире плеч. Опускайте бутылки вертикально вниз в направлении груди. Разводите локти в стороны, опуская бутылки, пока не коснутся груди. Сделайте паузу в нижней точке и после возвращайте их в исходное положение. Повторите данное движение не менее 20 повторений. Общее количество подходов 4. Перейдем к следующему упражнению. Отжимания в наклоне, ноги выше головы. Примите упор лежа, как для классических отжиманий. Ладони стоят перед грудью, немного шире плеч. Поставьте ноги на стол, корпус при этом должен быть абсолютно прямым, без прогибов поясницы. На вдохе за счет сгибания рук опуститесь грудью вниз, практически до пола. Спину при этом не прогибайте. На выдохе начните разгибать руки до полного выпрямления. Рекомендуем делать не менее 10 повторений, 4 подхода. Перейдем к следующему упражнению. Жим Свенда. Упражнение выполняется с одной бутылкой.
необходимо взять ее и зажать между ладонями. Бутылку нужно придерживать рукой между ладонями, не касаясь ее пальцами. Движение выполняется из прямой стойки. Руки, прижатые ладонями, выводятся на уровень середины груди. Локти нужно развести в стороны так, чтобы предплечья оказались в плоскости пола. Бутылку нужно сжать ладонями, прижав ее максимально сильно. Изометрическое напряжение мышц груди выполняется еще на старте. На выдохе нужно пожать бутылку вперед, напрягая мышцы груди. Движение происходит до разгибания в локтевом суставе, но полностью выставлять локти не надо. Руки стремятся вперед по траектории, которая лежит в плоскости пола. Затем руки приводятся к груди. Упражнение выполняется на 20 повторений, при этом траектория не меняется. 4 подхода. Перейдем к следующему упражнению. Разводка рук лежа. Ложимся на пол, ноги сгибаем в коленях. Берем в руки бутылки и поднимаем их вверх, пока руки не будут полностью вытянуты. Поворачиваем их так, чтобы ладони были направлены внутрь. Немного сгибаем в локтях и держим их так на протяжении всего упражнения. Разводим бутылки в стороны, пока локти не опустятся до пола. Растягиваем мышцы груди, но в то же время пытаемся не перетянуть плечи. Поднимаем руки обратно в исходное положение и повторяем движение. Рекомендуем сделать не менее 20 повторений в 4 подходах. Перейдем к следующему упражнению. Сгибание на бицепс с разворотом кистей. Возьмите бутылки и выполните классическое сгибание на бицепс. В верхней точке разверните кисть в положении ладонь смотрит вниз. И медленно отпустите руки в таком положении. Важный момент. Кисть должна образовать с предплечьем единую линию и не должна провисать. Рекомендуем сделать не менее 20 повторений, 4 подхода. Перейдем к следующему упражнению. Подъем на бицепс со сведением рук. Возьмите две бутылки и отпустите их вдоль тела, ладонями вперед. Начинайте поднимать руки, пока бутылки не окажутся на уровне груди. Верхней точкой сделайте сведение рук друг к другу. Медленно верните их по той же траектории обратно. Это упражнение нужно делать также в 30 повторений. Рекомендуем сделать 5 подходов.
Перейдем к следующему упражнению. Концентрированное загибание одной рукой. Возьмите бутылку в одну руку, сядьте на край стола, расставив ноги шире плеч. Упритесь локтем во внутренней части бедра, а другую руку поставьте на другое колено ладонью. Сделайте медленный подъем бутылки к плечу, как можно выше. Зафиксируйте верхние точки на 2-3 секунды и затем медленно отпустите в исходное положение. Данное упражнение следует выполнить не менее 20 повторений, 4 подхода. Перейдем к следующему упражнению. Скручивание с поднятыми ногами. Ложитесь на пол и поднимите ноги так, чтобы бедра были перпендикулярно к полу, а голени параллельны. Сохраняйте это положение во время выполнения всего упражнения. Скрестите руки на груди или заложите их за голову, не переплетая пальцы между собой. Медленно за счет работы мышц живота оторвите плечи от пола на несколько сантиметров. Плавно опуститесь в исходное положение. Следите за тем, чтобы мышцы живота находились в постоянном напряжении. Повторите упражнение на 15 повторений, 4 подхода. И последнее упражнение на сегодня. Обратное скручивание. Исходная позиция. Ложимся на пол, руки держим выпрямленными вдоль тела. Они помогут вам лучше контролировать движение. Ноги следует немного согнуть в коленях. Начинайте поднимать ноги вверх, делая при этом выдох и плавно поднимайте поясницу с поверхности. Это обеспечит наилучшее сокращение мышц пресса. Плавно отпустите ноги и низ спины вниз, делая вдох. Работать нужно по той же схеме, что и в обычных скручиваниях, в укороченной амплитуде с постоянным напряжением мышц. На этом наша тренировка подошла к концу. Напоследок, хотелось бы напомнить, 1 час тренировки – это всего лишь 4% вашего дня. Будьте здоровы! Хотелось бы выразить большую благодарность Акимату города Алматы. Увидимся в эфире!